Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 7 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 3 противорадиационные ракеты HARM, а также 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Осознанно, давая сегодня системный отпор силам коллективного Запада и двигаясь
к единственно возможной для нас главной цели и задаче – победе в специальной военной операции. Расстаемся за все, и нет сомнений, что все парламентские партии поддержат единогласно это решение. Спасибо. Discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive the African leaders and to have a discussion on how this conflict can be brought to an end. Whether that will succeed or not is going to depend on the discussions that will be held.